Гляди, нам повезло. Вот дорога. Остальные должны быть рядом. Надеюсь. А то нам сегодня ни хера не везет. Итак, всем привет, с вами Алекс Айкил. И мы продолжаем проходить Little Hope. Женщина, похожая на меня. Что такого страшного она сделала? Это хреновый знак. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Меня все трясет. Понимаю, но... Но ни хрена, вся ночь катится в жопу. После аварии. Спасибо, что поддержал. Эта отстойная ночь без тебя была бы еще отстойней. Мы есть друг у друга. Она какая-то конченая стерва. Откуда этот голос? Не знаю. У меня в детстве на заднем дворе были такие качели. Не может быть. Подойди сюда. Чего? Невозможно. Я знаю этот рисунок. Это мои старые качели. Здесь, видишь? Эй, тише, не психуй, ладно? Да нет же, ты не понимаешь. Видишь звезды? Я их тут нарисовала вместе с отцом. Когда мне было 10 лет. Уверена? Да, блин, уверена, это мои качели. Откуда они здесь? Я тебе верю, но... Что это значит? Эй, эй, посмотри на меня! Мы справимся, слышишь? Вместе, слышишь? This is not my doing. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Что за фигня? Похоже, наши прекрасные дубляторы забыли это перевести. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything, nothing more. I swear it. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. Pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil, and do with it as you will. Женщина только что. Это была я. И я следующая. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. Хоть ты рядом. Предлагаю пойти в церковь. Другие, наверное, уже там. Ну да, наверное. Нас будто преследуют. Нас точно преследуют. Эй, вали отсюда! Не приближайся, ясно? Блять, что это такое? Без мата, пожалуйста. Ну, бежим! Ах.
но... Какого хера? Слышали? Это... Тейлор? Тейлор! Это вы там! Скорей к церкви! Бегом! Эй! Одна из этих тварей у нас на хвосте! Внука! Живо! Ну же, скорее! Эй! Бегите! Давай внутрь! Вы что там делаете? Заходите. Где Анжела? Не выбралась. Мы не могли помочь. Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Блять. Найдите входы и выходы. Все заблокируйте. Черт. Давайте, здесь нужна баррикада. Эй! Что этот старый дурак там до сих пор делает? Я знаю, что ты там! Господи, что он делает? Он приведет эту тварь прямо к нам! Он не понимает, в какой мы жопе. Да что за хрень там творится? Вам нужно уходить отсюда! Скорее, пока не поздно! Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Впусти меня! А вдруг он поможет? Это очень плохая идея. Что тут вообще происходит? Ты головой ударился? Найду помощь. Пустая трата времени. Он видел только одного из нас. Это мерзкая тварь. Играет с нами. Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Священник, падре, как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Да. Она там была. Видимо, сожжение странной куклы не сработало. Тут безопасно? Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Малая, ты тут?
Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех. Спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя. Но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не трону. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Авраам. Он твой опекун. Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Нет! Узри же, кого ты молила пощадить. Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. Умер так же, как Деннис. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. Спасибо. Мы еще живы. Это главное. Зачем Мэри было показывать нам казнь своего брата? Не сходится. Мы не видим всей картины. В смысле? Не знаю. Я еще в первый раз подумал, что встречал ее где-то. Я тоже. Я точно видел ее. Но вот где? Скорей! Что нам делать с тварью снаружи? Тихо. Слушайте, вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет войти. Правда? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Остаемся тут. Выбора нет. Окей. Может, вы правы. Может, оно устанет и свалит. Нам больше некуда идти. Их вроде много. Шикарно. Слышите? Мы идем, и оно идет за нами. Надо сидеть молча и вообще не шум. Пастор Литл Хоуп. Неразборчиво. 1658-1677. Неразборчиво. 1677-1688. Неразборчиво. 1688-1692. Неразборчиво. 1693-1725. Эдмунд Стерри. 1725-1741. Соломон Темпл. 1741-1775.
Неразборчиво. 1775-1801. Уильям Фокс. 1801-1826. Джон Кейпл. 1826-1865. Джон Неразборчиво. 1865-1869. Николас Лей. 1869-1885. Эндрю О'Коннор. 1885-1899. Джозеф Милтон. 1899-1911. Том Паркер. 1911-1933. Лиз Уорд М. Див. 1933-1954. Доктор Ричард Брэдшоу. 1954-1968. Леонард Карлсон. Затерто. 1968-1973. Джон Келлиар. 1973-1979. Саймон Карвер. Затерто. 1688-1692. Саймон Карвер. Это, видимо, и есть священник из наших видений. Надо спасать профессора. Тем более у нас ножик есть. Ёп. Японский бог не успел. Правда, раны на нем почему-то не осталось. Может, это тоже все глюки? Где ты? Тейлор, ну же! Отзовитесь! Надо действовать быстро. Подождите, надо успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? Это ты? Ни хрена не вижу. Это ты? Я здесь. Тейлор! Как же я рад вас видеть. Вы живы. Мы пока еще не спаслись. Дайте отдохнуть. Не останавливайтесь. Идем. Постой. Он устал. Хрена с два. Это на нас охотятся. Не на вас. Надо идти. Все в опасности. Не только вы. Ладно. Что будем делать? Я не знаю.
Надо немного отдохнуть. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Эй, вы что? Думаю о Мэри. Найти Мэри, остановить ее – это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает? Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реальна ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все. Конец. Попытаемся. Ради всех остальных и ради себя. Мэри – ключ ко всему. Я уверен. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Что там? Пс-пс. Ну нет, тварь пришла меня прикончить. На землю. Прячьтесь. Она идет прямо на нас. Тихо вы. Ну что там на этот раз? Анжела! Полегче. А я вся в синяках. Я думал, вы погибли. Как вы сумели нас найти? Мы думали. Ты... Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. А ты молоток. Да уж. Железная леди. Вся группа снова в сборе. Всех отыскали, молодцы. Ну, не совсем. Они нас нашли. Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Но хоть живая осталась. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Как вы без очков, ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо. Что это? Слышу. Явно где-то рядом. Идем скорее. Помогу спуститься. Бежим! Эй, бежим! Да подожди ты! Стойте! Эндрю, подождите! Профессор! Анжела, вы где? Дэниел! Тейлор!
Ребят! Куда вы делись? Девчонку будем спасать. Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Ну, есть пара теорий. И вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни, три терзаемых создания. И ни одной погибшей души. Прекрасно справляетесь. Так держать. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит.